Так, успею ли я защитить Эпплбека страшных врагов? А, у меня еще гидрокарбонки нет, да? Класс. Люблю, когда нет гидрокарбонки. Да. Тут она не у всех есть. О, щит. Что? Это бомбер? Ой, я не туда побежал. Эй, хватит кушать мой. Ой, Денис, Денис. А я бы с радостью, но я бы не догоню. Ладно, сделаем проще. Реклейми сейчас будет. Зареклейми его, ты что, ваншотнишь? Он не хочет реклеймить, он не хочет реклеймить. Он не хочет его просто реклеймить. Гениально. Смогла, чтобы он выжил. Ты бэк тыкнул? О, я вижу второго, кажется. Сейчас наверняка проверю. Еп, вот. Ой, нападаю. Мне похуй, что ли. Мне тоже. Минус меньше не рак убился. Т2! Парящий танк. Твои проблемы. Класс, спасибо. Это чистит, да? А, скорее всего, но не точно. Тут очень много прошло. О, аккумулятор энергии. Взрываем. Не получится, надеюсь. А, блин, их опасочка много, да? Ты тогда с нейтралком разведывай просто обледенно. Давай! Бомби, бомби! Попасть не может, да? О, бомбанул! Проблемы с ресурсами. 20-47 материи уходит на мою армию. А чё у меня нет разведанных? Эпплбек! Ждём. Алё, ты видишь, что я делаю? Я ему столько массы дарю. Меня срать. Ну реклейм вот это вот, то, что тебя разрушили, то, что тебя привезли, да, вот это. Да, не благодарите. Просто, дело в том, что у меня пока проблемы с ресурсами, нет, у меня их избыток. А тогда? Избыток ресурсов, это вы спам. Это прям грустно звучало. Ты же вроде король спама. Apple разведка. Сейчас будет. Давай. Алло, тебе там нормально? Да не будет. Эй, алло, алло, что это? Я тебя ненавижу. Да убей командиром их что-то. Да, командир. А какие прошли? Ну, разведки нет, алло. Что сделаю? Что там ничего не было. Ой, ну жайте строит. Что делать будем? Кого? Т2. Страшно, я что? Гениальный план. Я просто гениальный план. Ты сейчас сохранишь этого плана. О, а че их так много-то? Apple? Не их знаю, больше, чем меня. Тебе на помощь, или тебе нормально? Хаус, ты справишься? Не знаю. Тут командир вот здесь. А, ну ладно, тогда пойду тебе на войне помогу. Стоять. Как же их много. Помоги, помоги мне с воздухом. Ну или по материи, знаешь, у меня очень плохо. А, у тебя материи не особо больше. Вот это было бы хорошо. Ну, в принципе, мы и так хорошо принесли. Думаю, отбились? Да. Найс. Так. Очень легче же. Да, только у меня материи не хватает. Тебя что? Слушай, я, наверное, заберу тебя эти. Нет. Да, пока живем, но это ненадолго. Нет, сейчас будет такое. Ты хранение. Ну, я очень на это надеюсь, знаешь. Если что-то такого не будет, то мы умрем просто. Ой, знаешь, что самое просто классное? У меня есть ганшпаун. Мне очень нравится количество рекламы здесь. Да, мне тоже. Отдай. Ты мне все-таки масс-экстрактор истырил. Ты на воздухе. Да на воздухе, блин, больше
Соси энергию, не психуй. Мы обязательно сдохнем. Второй раунд. Чё? В смысле второй раунд? Ну так вот вышло как-то, что второй раунд. Они опять на пол на тебя пошли, слушай. Весело, наверное, из-за этого. А, окей. Верно, пошли. Ты там Т2 просто стоит пушки. Ну я тебя пытаюсь прикрыть, но... Окей. Ладно, у меня есть идея, что тебе сделать. Не успокойся. Считай, это часть плана. А, да уже? Окей. Вот это армия, слушай. Немного страшно. А меня мне поможешь? Меня что-то побивают. Хотя рассчитываю. А, мою базу. А че у тебя там? Тимас экстрактор. Ну, в принципе, это верно. Свистал босс. Ну, половина экстра. А, суп, они такие крепкие. Окей, он их не ломает даже. Опять на тебя армия идет. Опять? А, теперь на эту базу. Я на эту базу... Эту базу они так просто не пробьют. Не-не-не-не-не-не-не. Вы не туда собрались, ребят. Давай, Дима, нам нужно какое-то ультимативное решение. Такими вот атаками мы их не сделаем. Они там и то-то не строят, да. Надеюсь? Не знаю. Тут куча Т2, миллион Т2. Ты видишь это? Миллион Т2. А если тебе их отдам, ты справишься? Хаос. Кого? Сейчас разберемся. Посмотри. Справишься? Больше реклейма. Ой, давайте ладно, еще больше меня. Реклейма. Я пока дальше пойду с лифта, хорошо? Голову инженера. Еще пару инженеров. У меня есть ультимативная штука, которая... Смотри, что у них там, и тот, и какие-нибудь всякая, другая дребедень. Так смотри, я для кого разведу. Ну так ты смотри, что ты разведаешь. Ты смотри, где я разведу. Денис, иди. Вижу. Слушай, они сейчас сюда уйдут. Да вижу. Страшно. Не страшно. Бери это. Держи еще хаос. Знаешь, я как фабрика, а ты просто воюешь. Да. Здесь мне страшно, убери их, ну, там узкий проход, они застрянут только. Что нормально. Узкий проход, говоришь? Они по морю пойдут. Вот тут. А, парящие танки. А, парящие танки, это еще хуже. Ты антиэйр делай, Вайт. А то что-то совсем все плохо. У меня есть антиэйр. Или ты имеешь в виду этот? Ну это была прикольная тактика, мне понравилось. Да, но только она не работает, потому что у них нет абсолютной эра. Не, не только. А, ну да, это тоже, но еще проблема в том, что. Стоп, они еще отправляют, слушай. Передвижной силовой щит даже. Что? Даже. Ты не наркоман, слушай. Надо немножко поменять что-то. Все, я отбил. Да. Ты же не сидит. Ну, кердык. Нет. Нам я какую-то фигню сделал на самом деле.
Вот так даже сделаю, чтобы веселее было. Ну чё, народ, это один? Нам, ты один много. А Катима? А где он? А, он командиром там стоит, на, без прикрытия? А, корсары опять? Пичка, то что... А, ты три, да? У нас атаки завелись, это поставил, всё там уничтожил. А мы, кстати, даже без воздуха могли здесь выиграть, мне кажется, да? Вряд ли. Просто я воздух слишком хорошо. Просто Айер... Штурмовики все же стреляли. Я Айер играть не умею. Мы бы там... А ты в Айер не шел. А почему взрывается? Если что. Ну, как сказать? Блин, можешь его не убивать? А он уже умер, он кутрубки нажал. Да голос! Я хотел... Я все хочу одну штуку построить. Правильно, хорошо. Никак не могу построить. А, нельзя давать грязным аэрщикам сложаться своим с ориентацией.